Буквально несколько минут назад крупный новостной телеграм-канал со ссылкой на источники в армии России сообщил о Николае Расторгуеве. На следующий день посещения больниц с ранеными солдатами, побывавшими в Украине, Николай Расторгуев отправился в Донбасс поддержать солдат российской армии своими песнями. Как сообщает источник, машина известного певца на территории Донбасса попала под артиллерийский обстрел. Один из снарядов взорвался рядом с машиной. От взрыва у машины разнесло моторный отсек, оторвало переднее колесо. Саму машину отбросило в кювет. После того, как военные узнали о произошедшем, на помощь выехала специальная бригада в составе врача, МЧС и группы прикрытия. Машину извлекли из кювета, двери автомобиля были заблокированы. Еще час пришлось ждать, когда привезут специальное гидравлическое оборудование. После того, как вскрыли автомобиль, всем, кто в ней находился, включая Николая, оказали первую помощь. У них были ушибы разной степени тяжести. Расторгуев жаловался на головокружение и тошноту. Всех их пересадили в самоходную машину БМП и отправили в больницу. Как утверждает источник, им повезло, что снаряд разорвался рядом и бронированная машина смогла выдержать удар. В каком сейчас состоянии известный певец, пока не ясно. Официальные представители и сам Николай Расторгуев ничего пока не комментировали.